И всем снова, не опять, а снова здорово, ребята. Ну чё же, давайте-ка сегодня будем продолжать проходить легендарнейшую игрушку «Растения против зомби». На чём мы там в прошлый раз остановились? Давайте посмотрим. Это мой дом, да? Это мы поняли. Теперь нам нужно выбрать растения, которые будут использоваться. Ну, какую-нибудь такую комбинацию попробуем. Старт, внимание, сажай. Давайте, поехали. Сначала подсолнухи идут. Потому что подсолнухи нам дают солнечные монеты. Ну, я, короче, называю это солнечными монетами. Её хватает. Так, и сейчас нам нужен чувак, который стреляет горохом. Точнее, растение. Это же не человек. Растение это, естественно, не человек. О, все, растение стреляет горохом, теперь все четко идет. Все по тактике, которую я хотел. Ну-ка, о, еще один зомбик идет. Нужно еще одного гороха стрела поставить. Давайте еще подавайте. Опа, опа, вообще, ой, бан. Отлично, теперь идет полным ходом. И нам нужно сделать ряд, чтобы отгородиться со всех сторон. И на всех дорожках, которые здесь представлены на моем огороде. Опа, Америку давайте откроем. Хотя зачем Америку открывать? Ее и так уже давно открыли. О, все, зашибись, один ряд готов. А волна зомби увеличивается, и у нас тут большие волны будет две целых. Это прям как революция. Теперь засаживаем второй ряд. Второй ряд сейчас мы постепенно будем. Я не того посадил, я хотел посадить замораживающего мака. Точнее, замораживающее гороховое растение, да. А точнее, нет, двойного, что я уже все попутал. Просто подумал, что двойной будет лучше. Потому что замораживающий стреляет только одним горохом, а вот этот двойной двойным горохом стреляет. Это считается лучше. Опа! А я чё говорю? Блин, за... Чёрт! Да, вот что я и говорил. Вот что значит, надо вовремя следить за всей вот этой территорией. Давайте, давайте, стрелки, одолейте, на расстрел этих зомбиков отправьте, а то они меня совсем уже хотят мой дом захватить и пробраться, и устроить апокалипсис. Но мы такого не должны допустить, потому что иначе это будет не норма. Сейчас будет первая волна, большая волна зомби. Давай, давай, пробивай, хопа. Пробил, молодец. Следующего пробивай. Подбираем еще солнечных монет. Ой, давай, 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 пробивай, пробивай. Опа, вообще зашибись, вообще красава. Вот нужно горохострелов одолеть. Точнее, не одолеть, а горохострелом нужно одолеть зомбарей. Ошалеть, один горох. Так, это что за нафиг? Опа, во, все. Ошалеть. Горохострел одолел зомбаря. Один абсолютно. А подсолнух, он за ним стоит, чтобы его защитить. Потому что подсолнух, он чисто дает мне доходы. А защиту мне уже дают другие растения, стреляющие.
Да, все вообще бомбезно все идет теперь. Давай, особенно этого спортсмена, а то он совсем уже ошалеть захотел. Потом еще от солнечных монет. А у нас зачисляется по 25. Так, ой, еще банит. Ошалеть. Ничего себе. Теперь давайте замораживающих ставить рядок. Опа, вообще красотень лютая. А тут, сливается просто. А посередине видели, как сливались зомбики? Ой-ой-ой, еще один зомби-спортсмен бежит. Но он к нам в дом не проберется, потому что... Тут вот такая вот компашка стоит, который один по одному гороху стреляет, а другой двумя сразу же. Так, еще одного сажаем. Ой, зомби вообще такие серьезные в шлеме таком а-ля, или в каске. Как будто себя строителями воображают. Еще один зомби-спортсмен бежит. А мы тем временем ставим еще одного замораживающего. А теперь все должно идти полным ходом. Все как мы хотим по нашим традициям. Опа, давайте Америку откройте своими солнечными монетами, которые вы мне даете. Приближается еще одна волна. Вообще ошалеть. Это последняя волна. Нам нужно как-то справиться. Но ничего, у нас тут целая банда орудует. Целая банда растений стреляющих. Думаю, что они должны справиться. О, спортсмены они. О, все. Я взял и... вишни, которая взрывается, подорвал. Здравствуйте, мы собираемся напасть на ваш дом. Это, наверное, от зомбарей такое послание. Раз уж вы такие нахалы, вообще обнаглевшие, тогда поигрите-ка вы вот такую вот аптечку. Сейчас покажу. А точнее, это не аптечка ловля, а... Сейчас мы должны тут рассадить. То, что вот в этой ленте появляется, ну, сверху, как вы видите, должны использовать вот эти растения. По собственному желанию. Куда таких, какие хочешь, такие и ставь. Так, я хочу двойных. Двойных поставить, чтобы по красоте все было. Так, берем лопату. Берем, откапываем и сажаем вот это растение. А мы ставим стену в виде ореха на случай, если зомбари смогут пробраться, чтобы они долго жрали этот орех. Потому что он для них жуется очень долго. Ну, достаточно долго, чтобы суметь одолеть. А самого зомби имеется в виду. Нормальная партия идет. Так, опа, и хопа, вон. Замораживающие тоже должны быть своевременные. Так, а вишенки мы оставим на десертик. Потому что без десертика это будет как-то не особо вкусно. О, вообще, тройная порция гороха летит прям в зомбаря. Вообще, одолевает его... Как в два счета. Как два пальца. Четыре ряда стреляющих горохом. Ошалеть просто. В том числе и двойные замораживающие челы. Смотрите, что я за гениализм просто сотворил. Стреляющий гениализм. О, вообще бомбезнейшая тема. Картошку давайте посадим, в том числе с миной. Так, этого мы уберем и лучше вот этого стрелка поставим.
О, вообще у меня гениальнейшая комбинация. А сюда двойного посадим. О, картофельные мины уже наготове. Значит, что в любой момент, когда зомбик подойдет, то картофельная мина взорвется. Так, сейчас мы на ошибки их поймаем. И хопа! Они превратились в пепел и осыпались. И тем временем, бум! Как я и говорил, мы оставили на десертик вот эти вот взрывающиеся вишни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ошалеть просто, что происходит. И вот эту банду мы взрываем. И превращаем в пепел просто лютейший. Так, откапываем и ставим, точнее, двойного ставим. О, вообще ошалительно получается. Так, давайте-ка, а то нас ждет еще вторая волна. У нас уже 5 рядов, вообще обалденная тема. А замораживающие тоже не помешали бы, естественно. А у меня на самом нижнем ряду, как вы видите, целых 3 замораживающих. Вообще просто гениальнейшая тема, которую я делал. А мы тем временем бу-бу, вот такой вот подрыв. Подрывника заработали. То что, смотрите, какую банду взрываем просто люто. Да, как я говорил, взрывающиеся вишни — это десертик очень вкусный. Это прямо как я и говорил в одном из видео, потому что хорошие пельмени — это очень вкусно. Но в данном случае у нас вкусная вишня, которая умеет взрываться как бомбочка или граната. Сейчас мы сделаем для них заначку просто лютую. 6-й ряд пошел. Бум. Это те, как те самые школьники, тегающие слово бум. О! Ошалеть. Вот это открытие. И что это такое? Спорогрипп. Я прочитал. Так, никто эти диалоги не будет читать, я знаю. О, кстати, там... Хотел сказать, что мы погрузились в ночь, а мы тем временем выбираем растения, которые будут в этом сражении участвовать против зомби. И в том числе и новый гриб, который целый ноль стоит. Давайте, поехали сажать. Сперва подсолнухи, так как на дворе у нас сейчас ночь, ну, про игру я имею в виду, то, соответственно, солнечных монет мы получать будем меньше, потому что солнца нету, и, соответственно, без солнца будет очень мало солнечных монет. Надо подсолнухов насажать. И не зря я вот эти вот грибы, стреляющие за ноль солнечных монет, взял. Потому что они очень пригодятся. И очень пригодились. Хотя бы какая-никакая должна быть защита. Потому что не подсолнухом же одним стоять и вырабатывать солнечные монеты, а тем временем они не имеют никакой там стреляющей способности, взрывающейся и так далее. Мы насаживаем весь первый ряд из подсолнухов, который возле газонокосилок будет стоять. О, смотрите, как неплохо гриб одолевает. За целых ноль монет солнечных. Это целый ноль вообще, ошалеть. Да, я заметил, что медленно как-то. О, монеты, ничего себе. А что на них можно купить, мне интересно. Наверное, мы это потом узнаем. О, красота вообще. Понемножечку идет дело, как надо. Так, а это что за читающий пенсионер? Да, это те самые пенсионеры, которые читают газеты. Так, сюда ставим вот этого стреляющего, потому что он сразу же издалека начинает стрелять, а вот этот вот гриб только с определенного расстояния, когда подойдет зомби. О, пенсионер взбесился, видимо, из-за того, что информация устарела. Да сбрось ты отсюда. Доигрался ты.
газеты эта тема, ну, уже прошлый век, потому что на следующий день та информация, которая в них написана, уже будет не актуальна. А соответственно, бумага была потрачена. Не, ну а что, логично же, да? Что, взместился что ли? Ты сейчас получишь фигу. Открываешь книгу, а видишь фигу, да? Ты даже в очках ходишь. Не ошалел ли, не? О, вообще, подсолнухи просто полнейшие гении мысли. И сейчас мы еще одного гороха стрела посадим на месте вот этого гриба. Опа, убрали и ставим вот это. О, все вообще бомбезное. Это тактика. Стреляем давайте по зомбарям, потому что нам же не надо, чтобы вот эти зеленые черти пробрались в наш дом. Я поставлю второй ряд, пожалуй, с грибов. Жду, пока перезарядится гриб. Забыл уже его название, если честно. Да и ничего, это просто стреляющий гриб, я его буду называть. А ну-ка, давай еще, давай побыстрее. Я подбираю солнце. Ой, блин, не туда посадил. Настолько уже я обомлел, что порой промахиваюсь. А в плане посадки растений. А я тем временем посадил двойного. Ой-ой-ой, двойной и вправду не был лишним. О, вообще тема. Давайте уничтожать этих беспредельщиков. А то они могут пробраться в наш дом. Но мы такого, естественно, не допустим. О, теперь у нас два двойных стреляющих растения гороховых. О, ошалеть. Новый гриб какой-то. Но уже за 25 солнечных монет. Это солнце-гриб. Ладно. Окей, Google. Так, наберем ли мы сколько там очков? Да давайте-ка, ребята, я думаю, что на сегодня будем заканчивать. Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжение, то тогда ставьте лайк, подписывайтесь, ставим колокольчик. На этом на сегодня все, и всем пока.